Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня новый узор, новый урок вязания на спицах. Он очень простой. Раппорт данного узора кратен 6 петлям. То есть вам нужно брать кратное 6 плюс 2 кромочные. Высоту раппорт состоит из 4 рядов. Так выглядит изнаночная сторона узора. Первый ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю лицевыми петлями. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю изнаночными петлями. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную снимаю. 3 лицевые петли, накид, 3 петли вместе провязываю одной лицевой, накид. Это раппорт узора, повторяю его. 3 лицевые петли, накид, 3 петли провязываю вместе одной лицевой, накид. Так я вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю лицевыми петлями. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Далее вяжу, начиная с первого ряда. С первого по четвертый ряд. Вот такой узор у меня получился. Он очень простой, очень легко запоминается. Мне кажется, что этот мелкий рисунок очень подходит для вязания детских вещей. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания!